Всем привет, друзья! Я в аэропорту. Буду краток о Мексике. Сегодня дали новые данные за вчерашний день и на 7 дней вперед. Значит, то, что связано с Кубой. Куба закрыта, на Кубу ехать не нужно. Если у вас российский паспорт и прописана национальность Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, будьте аккуратнее, могут быть дополнительные вопросы. Если у вас российский паспорт получен в МИД России в вашей стране, также готовьтесь к вопросам. По поводу въезда. Сейчас есть в некоторых местах облегчение для въездов, в том числе и в Канкун. Обязательно наличие обратного билета, чтобы он у вас был. Лучше всего ехать, чтобы был турпакет. Вот, Тихуана принимает, Мехикали принимает. В Аризоне в данный момент много людей. Итак, я еду сейчас, кстати, вот мой самолет в Варшаву для встречи с работодателями, заводы, фабрики, предприятия, с которыми мы сейчас будем взаимодействовать и помогать вам с новыми вакансиями для переезда в Польшу. И в Польше вы можете спокойно подать на американскую визу и в Варшаве, и в Кракове. Смотрите наши посты, у нас есть статистика за последние 5 месяцев по работе этих посольств. Также Польша откроет вам возможность работы в Германии, в Швеции, в Норвегии. Не по прямым контрактам, а вместе с нашей компанией. У нас готово кадровое агентство в Чехии, в Праге. Скоро я размещу всю эту информацию на наших сайтах. Это официальная организация с лицензией. Купили лицензию. Уже сейчас ищем также возможность вам помогать в Чехии, в Праге и в других городах. Так, друзья, аэропорт, погода не очень хорошая. Лечу в Варшаву. Всем удачи, пока.